Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем вас в чикавском космодроме на Космическом проспекте. Неудобно его не бросать. Опасно! Валяется вратарь на льду. Эллисон сумел таки найти возможность отдать передачу и... Тайлер Рейниш приносит о мячам чекаловцам, космонавтам первую победу в этом сезоне. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, любители хоккея. Вас приветствует Омская 1 арена, говорит и показывает, собственно, город Омск, где сейчас пройдет первая в истории игра национальной хоккейной лиги, в которой будут участвовать омские пираты и их соперники из Виннипега, Виннипег Джетс. Это должен был быть великий праздник хоккея. Но в итоге получился самый настоящий разгром. Нет! Нет! Ребята, я вновь в эфире. Это значит, что настало время большого игрового хоккея. Уважаемые дамы и господа, леди джентльмены, боты и ботихи, я вновь приветствую вас на этом прямом эфире, на платформах ВК, ВК, Плейлайф на Твиче, а также в записи на YouTube. Мы продолжаем наблюдать за перипетиями, за жизнью омских пиратов в Национальной хоккейной лиге. И да, мы увидели дебют, дебют нашей основной команды, команды НХЛ в этом самом НХЛ и нашего фарма ВХЛ, И получились эти дебюты очень сильно разные, если команда американской хоккейной лиги на своем домашнем льду Сумела в овертайме обыграть своего соперника 3-2, забив отличную шайбу, реализовав численное преимущество, то команда большая, старшая команда, основная, тот самый состав, на который мы рассчитывали, к большому сожалению, был не просто бит, был уничтожен, разгромлен, унижен. Конечно, очень сильно огорчили пираты омские своих фанатов, своих болельщиков, но я надеюсь, что все-таки сезон длинный и мы успеем реабилитироваться. Мы успеем реабилитироваться и сумеем побороться за выход в плей-офф, может быть, даже, ну или как минимум провести, попробуем этот самый первый сезон достойно, так, чтобы не было стыдно. Ну, естественно, естественно, мы ставим себе очень высокие задачи. Думал я, конечно, после первой провальной игры стоит ли мне уволить сразу главного тренера. Но потом я подумал: Блин, ну кадров-то мало, не смогу я найти ему замену. И пускай, да, бывают всякие разные неудачи, бывают всякие разные оплошности. Первый, блин, вышел комом, но не стоит, конечно, рубить с плеча и наших замечательных. Наверное, надеюсь, тренеров сразу наказывать за такой конфуз. Более что, да, впереди еще 81 игра регулярного сезона. И именно сегодня мы смотрим симуляцию. Мы посмотрим симуляцию всего первого сезона. Сезон 2023 2024 Давайте глянем, наверное, все-таки на... Немножечко очки, да, некоторые люди у нас хорошо сыграли в том самом отстойном матче против Виннипек Джетс. Некоторые люди набрали даже плюс один, но ну, я думаю, что Фил Кессел больше всех, наверное, радовался своим результатом. Ну, во всяком случае, он закончил с плюс-минус ноль, видимо, все-таки гол ему забили, когда он на льду находился. Может быть, он сменился не очень удачно, но Кэмф и Далурье, Кэмф и Долурье. Набрали плюс один в той игре. Хотя, в общем-то, все игроки, все игроки нашей команды, ну, более-менее э, получали игровое время равномерно. Ну, вот видите, 11 и 13 минут, соответственно, отыграл наш э, центральный нападающий четвертой тройки и наш Тавгай. Фил Кесл был э, всего на полторы минуты больше на льду, чем Дурье. И вот успел минус себе заработать, но, тем не менее, гол он забил. Ух, Ох, хуже всех, уже всех сыграли Хогландер и Миддлтон, и Дюбуа Кайру, и Эберли, то есть э, люди, на которых мы рассчитывали больше всего. Вообще, на самом деле, первый матч получился такой, знаете, э, очень разнообразный, неоднозначный. Первый и третий период, в общем, прошли в достаточно ровной борьбе, ровной и равной борьбе. Соперник выиграл первый период 3-2, и третий период завершился в ничью. 1-1, и вот именно во второй 20 минутке произошел какой-то невероятный сбой, невероятный провал, и получили мы 6 шайб. В итоге второй период и стал для нас роковым. Он сделал, в общем-то, погоду в этой встрече. Но повторюсь сегодня симуляция мы будем смотреть будем надеяться на то что наша команда будет выигрывать ну и постепенно будем следить за тем как будет играть э, основной состав периодически смотреть за тем как играет э, наш фарм может быть будем смотреть статистику анализировать анализировать то как играет наша команда и может быть мы будем менять э, свои собственные составы менять тройки нападения если кто-то будет играть плохо и будет необходимо нам делать какие-то замены может быть поменять хоглендера на фабри или на Уоррена фогла да например если я Уоррена фогла поставлю да он даст то же самое плюс 4 хоглендер в третьем звене будет уже тогда в третьей тройке давать 0 я не знаю на самом деле как на симуляцию влияют э, сыгранность троек сыгранность троек сыгранность пар защитников может быть, на самом деле никак. Может быть, это только на, не знаю, живую игру уже непосредственно, когда мы смотрим матчи какие-то конкретные, влияет. А может быть, влияет и на симуляцию тоже, не знаю. Непонятно на самом деле. Эберли и Лайна так великолепно подходят под схему нашего главного тренера. Ну, я в очередной раз... Хочу сказать, что наша команда играет в достаточно агрессивной манере. И, безусловно, я убежден, что мы будем достаточно много пропускать. Но я надеюсь, что мы и забивать будем тоже. Можем, наверное, приступать тогда. Можем приступать. Сегодня мы будем э, в основном, в основном проводить симуляцию игры. Иногда это будет живая симуляция. В редких случаях, когда я буду чувствовать, что будет какой-то у нас ключевой матч, допустим, в конце месяца. В основном это будет обычная симуляция. Ну и плюс мы посмотрим, э, как мы будем вести себя в зависимости от того, как будут складываться события у нас в команде. Может быть, еще мы отправим скаутов по ходу сезона где-то примерно в, наверное, ноябре или да, где-то примерно в ноябре у нас скауты должны вернуться с со своих заданий. Они сейчас изучают силу тех или иных игроков, которым в списке дали посмотреть на просмотр. Изучают они по своим территориям, по своим зонам, я этих скатов уже отправил, так что мы на них отвлекаться не будем, поэтому мы будем сейчас смотреть симуляцию по одной игре, будем смотреть и там дальше можем, может быть, будем подключаться, будем смотреть э, на то, как будут выглядеть наши тройки и менять их в случае чего. Итак. У нас все настроено, все хорошо, все здорово. Давайте смотреть, насколько быстро мы сумеем отойти от этого безумного, конечно, поражения 3-10. И насколько отойдут, главное, наши вратари. Потому что такое ощущение, что они в первом же матче начали сыпаться. И Суэйман как-то растекся, и потом Спенсер Найт вышел то ли холодный, то ли не размятый. Я не знаю почему, но у него тоже ничего абсолютно не получалось. Приветствует нас еще один наш постоянный зритель. Владик, привет тебе тоже. Мы начинаем. Итак, поехали, поехали, поехали. У нас октябрь. Октябрь. Мы видим, что здесь у нас хорошие игры есть. Ну, в основном, в начале первые две игры, даже против конкурентов, не, по, не конкурентов по дивизиону или по конференции, мы начинаем с, с команд западных. Мы вот играли против Виннипега дальше на Сент-Луис. Как-то очень странно, конечно, расписание сделано. Калифорнийская команда на выезде. Потом мы едем домой. Это жуткие какие-то переезды, видимо, телепортациями. Как мы будем ехать из Калифорнии в Омск, потом мы едем в Баффало, потом. Потом дома играем против Каролины. Кстати, заметьте, дома, в гостях, дома, в гостях, дома, дома. Потом 2-3 в гостях. Ну ладно, да. Причем по такой странный маршрут дома против э, Лос-Анджелес. Потом гости Сан-Хосе, Флорида, Вегас мотает нас по всей Америке буквально. Я не знаю, каким образом мы собираемся перемещаться между, между городами. На каких истребителях, на каких чартерах. Итак, поехали. Первый матч против Анахайма. Играем на выезде. Мы его не будем смотреть. Uh, симуляция. Simulate to this day. Первый матч 4-1. Мы выиграем. Очень жаль, что в этой игре нет такой вещи, как бокс. Скоро. Еще одно, кстати, различие от MLB The Show. MLB The Show в календаре ты всегда можешь откатиться назад. Всегда можешь посмотреть на старую игру ту игру, которая была буквально вот только что. Или пусть, даже, например, два месяца назад. Ты можешь открыть этот день, нажать на этот день, и тебе покажет. Статистику, например, той игры полностью прям вот разблюдовку: кто сколько отбивал, кто выбил хоумран, кто дабл, как сыграли питчеры, как сыграли твои бьющие, кто украл базы, кто даже был ампайром. То бишь судьей в той игре. Хорошо, здорово. Вот этого не хватает, конечно, в игре от Electronic Arts. Ну, здесь вот вернуться назад нельзя. Можно увидеть только дату. Но мы выиграли. Мы выиграли-то здорово. Выиграли в три шайбы. Выиграли в три шайбы. И мы продолжаем. Дальше у нас выездная игра в Сент-Луис. Мы стремительно летим в Сент-Луис. Где мы выиграем 5-0, друзья? Мы выиграем 5-0, вы представляете, в сухую. То есть после 10-3 мы дали 9-1 против двух наших соперников. Это замечательно. Поехали дальше. Баффало, Баффало. 14 октября Баффало, они провели только один матч, и они его, насколько я понимаю, проиграли. Мы не знаем кому, но нам все равно. И мы выиграем этот матч 4-1, ребята. Ну, три победы подряд. Это прекрасное начало. Прекрасное начало. Три победы подряд. Каролина, следующая. Мы опять же играем на выезде. У нас <laughs> начинается маленькая короткая... А, почему на выезде? Дома мы играем, конечно же. Мы играем дома. Дома против Каролины, у которых одна победа, одно поражение. Каролина. <laughs> В общем-то, мы считаем эту команду одним из фаворитов нашего дивизиона и вообще конференции нашей. Всей восточной. Претендент на выход на Кубок Стэнли. Ну и там, конечно же, играет человек, которого я хотел очень взять из этой команды Джей Гюнсель, но он подписал восьмилетний контракт, так что сделать я ничего не могу. Симулируем этот матч. И что? Ой, 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 ой! Первая, первая, первая неудача уже на четвертой игре у нас травм получает Томас Харли. О, неприятно, это неприятно. Получил он средней степени тяжести и сотрясения мозга. Ну, добро пожаловать в НХЛ. Хотя Харли играет в НХЛ уже достаточно давно. Возвращение 22 октября. Нам срочно нужно делать замену. Вот что может сломать мне команду, так это... Так это... Э, травмы. У неприятно. А кого же мы поставим в третью пару? В кого мы поставим третью пару? У нас есть э, Кныжов на запас. Да, Николай Кныжов... Николай Кныжов выходит страховать нашего игрока. Так, нашего травмированного защитника. Экстра-атакер. У нас Харли был в качестве экстра -атакера. А зачем? Узнаете, я в качестве экстра-атакера, дополнительного нападающего, поставлю лучше Фила Кесла. Потому что он этого явно заслуживает. Так, есть у нас еще вопросы какие-то? Да, мы проиграли по булитам. То есть мы отлично сыграли, в общем-то, против одной из сильнейших команд нашего дивизиона. Проиграли по булитам, достойно сыграли, но потеряли на неделю примерно. Две игры должен пропустить. Томас Харли. Это неприятно. Конечно, травмы, травм нам надо поменьше. Так, дальше идем. 19 октября. 19 октября. Мой день рождения. Мы в мой день рождения. В день рождения генерального менеджера. Номские но пираты дома принимают Лос-Анджелес Кингс. Кингс, да, пока незрачно стартуют, но пока по первым матчам сложно делать вывод в отношении того, кто и как будет играть. Так, поехали. Следующий матч, симулируем день. Gold Draft класс. Мне предлагают посмотреть Драфт класс. Нет, мы не хотим пока смотреть Драфт класс. Мы выиграем 8-1. Мы разорвали просто по диагонали. Лос-Анджелес Кинс. Ничего себе! Большой, хороший, классный подарок. Мне моя команда преподнесла. Отнюдь не, не галстук, а самую настоящую победу. Может быть, торт вкусный какой-нибудь. Отлично, отлично. Следующий матч. На следующий день, после праздника. А, еще одна травма. Что происходит? Потянул баховые мышцы Туэва Тараванин. Что происходит? Ай-яй-яй. В матче против команды, которая является главным, возможно, аутсайдером. О, мне это не нравится. Мне это не нравится. Нам нужно срочно, срочно кого-нибудь поставить во вторую тройку. Кто туда подходит? Протас, Клаттербак. Может быть, поднять Фабри. Протас, Протас, Протас. Или Клаттербак. Так, давайте сначала по Клаттербака поставим и переместим его в третью, в третью, в четвертую тройку. И поставим Кесла пока на, во вторую. Так, back to lines. У меня чего-то там еще какие-то проблемы возникли. Где? В большинстве. Тараванин. Кого мы тарованином должны закрыть? Клаттербак. Клаттербак, ладно, пусть клаттербак играет пока что здесь. Все, что ли? Куда делать? Только что здесь была какая-то фигня. И она исправилась, да, сама. Кесал, фабри, кныжов. Ладно, да, большинство немножко мое потеряется, но все-таки у меня хоккеист мой травмирован ненадолго, до 26 числа. Мы выиграем 5-1. Хорошо, мы пока выиграем, ребят, мы пока выиграем, это радует. Так, давайте просимулируем до Флориды. Simulate to this day. Должен вернуться Томас Харли. Давайте просто посмотрим. Он сейчас, наверное, в... не в состоянии пока играть. Скорее всего. Скорее всего, у Томаса Харли травма. Да, он пока у нас не до конца восстановился. Я думаю, что нужно подлечить его до конца. Потому что если мы в таком виде его выпустим, то он может еще раз травму получить, получить рецидив. А Книжов пока справляется со своей задачей, так что пока Харли, Харли отдохнет. О! Uh, oh. Multiple players on Oms канал Eligible to be dressed. Что, все-таки они выздоровели, что ли? Выздоровели? Терованин. Так, хар ладно. Ох, oh, как неудобно. Ладно. Mm -hmm, Кныжов тогда у нас отправляется отдыхать. Харли выходит на его место. На всякий случай проверим большинство. Так, Жерард, Кайру. Харли во второй, второй четверке есть. Uh, Тараванин пока не готов играть. Он пока остается в запасе. У нас матч против Флориды. Еще один вроде бы как... Потенциальный лидер нашего дивизиона. Хотя нет, не нашего, а соседнего, атлантического. Но у них 4 поражения. Одно из них в овертайме. Так что нужно брать быка за рога, пока есть такая возможность. Симулируем этот матч. 3-2 поражение. Все-таки первое поражение в основное время. Ну, смотрите, хорошая серия у нас была. Раз, два, три, четыре. 6 матчей с очками. 6 матчей подряд мы брали очки. Дальше. Матч против Вегаса на выезде. Очень сложная игра. Хорошая команда. Проиграем 4-2. Так, это нехорошо. два поражения подряд это не здорово. Матч против Атавы следующий. Домашний 4-2. Победа. Хорошо, мы прервали серию. Тараванин уже здоров. Что-то пока не говорят, здоров ли Тараванин. Просимулируем матч до Анахайма. Так, подождите, на всякий случай. Тогда давайте посмотрим э, наш состав. Мне никаких данных игра не дает. Тараванин-то вообще здоров или, или, или нет? Можно его поставить в состав вместо Фила Кесла? Так, так, Тараванин. Да, Тараванин здоров. Кесл уходит э, вместо Культербака в четвертую тройку. И мы меняем Культербака на Тараванина. Так, и смотрим большинство. Это микроменеджмент, ребята, микроменеджмент. Таравайн возвращается в первую бригаду численного преимущества. Отлично. Ух ты, ничего себе, мы опять играем против Анахайма. Анахайм начал 7-2. И одно из этих поражений против нас в начале месяца. О, опасная игра, наверное, получится. И смотрите, Каролина тоже, в общем-то, 8 побед имеет при одном поражении. А начинали мы, у них было 0-1. 8 побед подряд. Отлично. Так, симулируем этот матч. Против Анахайма 6-0. 6-0. Мы дали им сухую победу. Сухую победу, соответственно, нам и сухое поражение им. Мне нравится пока наша команда как играет. Ребята, мы выигрываем. Мы выигрываем. Мы по первому месяцу, конечно, судить рановато, но... У нас кое-что получается, я думаю, что нам нужно посмотреть сейчас э, живую симуляцию матча против Каролины Харрикейнс. Я хочу это сделать, друзья. Давайте посмотрим живую симуляцию, посмотрим, как мы будем играть против одного из лидеров, против нашего конкурента, против, может быть, райвела, так сказать, нового. А, SimAffiliate Game. А... Да, нам не, не важно, что, как играет команда АХЛ. Поехали, 8. Начинаем матч сразу в большинстве дома, но не сумели мы реализовать численное преимущество. Каролина немножко перехватила преимущество в этой встрече, она носит много бросков. В средней зоне игра, видимо, зависает. Без бросков некоторое время мы проводим. Три минуты остается до конца. Мечи нужна атака. Ребят, мы играем дома при своих трибунах. Не получилось ничего у нашей команды. Пока что в первом периоде. Ну и Каролина 11 своими бросками. Привет, Андрюха. Ничего тоже не смогла толком показать, 0-0, пока вратарей играет очень здорово, второй период, матч пошел, нужно немножко переламывать инициативу, мне кажется, и бросать побольше, пока Каролина имеет преимущество в этой встрече и бросает чаще большинство у соперника, мы отстояли игру э, в, на 0, на, на сухую. Перехватываем немножечко, может быть, инициативу. Будут голы во втором периоде. Не будет голов. Нет, будет гол голы во втором периоде. Реализуемо численное большинство, но тут же Нечес и Фоугл. Вот это размен. Вот это размен. Представляете, практически два периода на сухую играли обе команды. Но в, последние, в последнюю минуту. Команды забросили три шайбы и, знаете, я сразу же вижу косяк от Electronic Arts. Обратите внимание, друзья, Мартин Нечес э, сравнял счет за 49 секунд до конца второго периода. И Ворен Фогл вывел нас вперед через 4 секунды. Как такое возможно, Electronic Arts нам не объяснит, но, видимо, каким-то образом... Каким-то образом это происходит. Успел Ворон Фогл за 4 секунды добежать до практически ворот Гролины Харрикинс бросить практически с линии вратарской. Как это, как это возможно, но мы не будем задавать этот вопрос. Нам какая разница, мы ведем 2-1. Так у нас Кайру реализовал большинство, и Фогл забил гол, и Нечис у них забросил свою шайбу практически от круга вбрасывания. Право, если смотреть для нас, лево, если смотреть для Каролины. Каролина до сих пор ведет по броскам. 2-1 в нашу пользу. Поехали. Третий период. Третий период. Мы сразу получаем численное преимущество. Но не сумели его реализовать. 14 минут до конца. Каролина продолжает бросать. Их большинство. И достаточно долгое большинство. Может быть даже несколько большинства. Но мы вновь отстояли нашего ворота в неприкосновенности пять минут до конца снова большинство у Каролина снова намного бросается своим наверняка стоит на ушах и то Томас Харли в пустые ворота забрасывает третий гол ставит финальную точку в этом матче мы побеждаем 3-1 отличная концовка отлично мы сыграли в защите слушайте у нас некоторые матчи несмотря на то что мы играем в агрессивной манере в атакующей мы обратите внимание не сказать, что мы так уж много пропускаем. Видимо, все-таки работает наша вратарская линия, работает Суэймон, работает uh, Спенсер Найт, и мы добиваемся отличного результата. Uh, премию обслуживающим персоналу это... Это же как коньки надо точить, чтобы они так раскатывались. Да, 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 я тоже думаю, блин, видимо, может быть, на самом деле, uh, обслуживающий персонал еще какие-нибудь там ракетные двигатели ставят на коньки. Потому что объяснить вот этот вот пролет из, с точки вбрасывания прям к воротам соперника за 4 секунды, чтобы бросить и забить. Тут, извините, я уже абсолютно ничего не могу сказать, э, не, см не могу объяснить. А что у нас с удалением? Слушайте, мы много удаляемся. Ахо! Удалился Ахо э, на 2 минуты за удар клюшкой, потом в высоко поднятую далее. Видимо, двойной малый штраф Уоррену Фоглу, но соперник не забил. Эберли за зацеп получил 2 минуты во втором периоде. Опять же, обратите внимание, Чернок у, у нас, у них э Дж Джордан стал атаковал вратаря. Это было их единственное удаление за два периода. И К Кристофер Танев, почему, Брендон Танев э заработал еще 2 минуты у соперника в первой 20 минутке. Ну да, мы выиграли 3-1. Меня это безусловно радует. Так, а как мне теперь отсюда выйти? А, адванс. Все правильно. Я слышал, модифицированные коньки такие против правил. Да, возможно, кстати, против правил, но я не знаю, может быть, в Национальной хоккейной лиге для разнообразия и для зрелищности изменили правила. Такое, в принципе, возможно решили в правила внести в регламент какие-то изменения, а после этого а, еще и обсудили владельцы с... Представителями профсоюза игроков эти виды изменения в регламент внесли их в коллективный трудовой договор. И вот теперь да, такие телепортации, наверное, возможны. Мы посмотрим, как сыграла наша команда. Жерар, два паса. Мы видели, кто забили заброшенный шайбу, кого кто забил гол, Харли, Кайеру и Уоррен Фогл, А кто систы отдавал? Жерар, два паса и. У Пажо, Фабри, Теравайнен, Эберле Результативными передачами отметились В плане плюс-минуса Ну тут плюс один Минусов ни у кого нет ну, Нормально сыграли А кто у нас по хитам, да, по хитам Хитует Хогландер У нас хитр такой получается, да, силовик Ну и вбрасывание выиграны. Эберли 100% один из одного По половину вбрасывания выиграл Кайру Остальные, ну вот Пажо 6 из 4, Фабри 3 из 2. Я вот не знаю на самом деле, как эти люди выигрывают вбрасывание. На самом деле, может быть, симуляция как-то как подразумевает, что те или иные игроки могут меняться э, на точке в связи с определенными нарушениями правил. Но вот в этой игре, кстати, мне вот тоже как-то кажется, в симуляторе такая вещь должна быть. Э -э -э должны при нарушении правил на вбрасывание, если кто-то дернул клюшкой рано, должны меняться игроки на точке. Ну, как-то в реальном хоккее есть. Это было бы, мне кажется, интересно. По-моему, в каком-то хоккее, я не помню, правда, в каком, такая фишка есть. Но вот в этом симуляторе почему-то его нет. Не знаю. Может быть, просто не могут реализовать игроки, ребята из Electronic Arts такую фигню. Первая звезда у нас Джереми Свеймин в этом матче, безусловно. 35 сейвов. Процент сейвов 97,2. Одна пропущенная шайба. Фогл, вторая звезда. И Харли, забивший гол в пустые ворота, третья звезда. Хорошо, Харли вернулся у нас в э, состав после травмы. Так, ну давайте просимулируем в следующий день, в ноябрь, и подведем итоги октября тогда. Ребята, я, 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 удивлен, конечно, да, первое поражение меня немножко обескуражило, но если мы посмотрим на турнирную таблицу, Пайротс идут в своем дивизионе вторые наравне с Каролиной, которая, в общем-то, тоже наш основной и главный конкурент. Мы посмотрим и лидеров по очкам. Подведем итоги первого месяца. 12 матчей, 8 побед, 3 поражения, 1 в овертайме. 8 побед в основное время. Э -э заброшенные шайбы внутри дивизиона. 47. Мы забиваем... Ну, достаточно много. Забиваем почти 4 шайбы за игру. Вашингтон, Нью-Джерси забивают больше. Ну, вполне возможно, что, что эта статистика по ходу сезона будет несколько меняться. И команды... У, у команд средняя забиваемость будет падать вниз. Что пишет Андрюха? Для нее нормально делают. Я до сих пор в болотный футбол играю. В EFC. С таким коннектом. Слушай, а ты не пробовал U UFL на этой неделе? Если не пробовал, то почему? Как раз 3 дня раннего доступа. Ну, бета-теста. Можно было заценить. Она бесплатная. Весит там примерно до 18 гигов. Можно было потестить. Вполне. Что по пропускаемости? Ну, пропускаем мы прогнозируемо, я думал, что не так много, как хотелось бы, ну, не так, слушайте, Goals Against per Game 2.08, 25 пропущенных шайб, это, ну, примерно столько же, сколько у Рейнджерс и Айлендерс, но у них игр меньше сыграно, на 3, представляете? У них на 3 игры меньше сыграно. 2.08, вратарская линия и защитная линия играют просто фантастически пока что у нас. Это очень здорово. Так, реализация большинства, 28... И 6. Это просто великолепный результат. Не так, как у Вашингтона с Овечкиным, но мне нравится пока все. И меньшинство. Мы в меньшинстве за 12 матчей ни одной шайбы не пропустили. Вы представляете? 29 раз мы играли в меньшинстве, не пропустили ни одного раза. И при этом забили гол в, в меньшинстве. Фантастика просто. Великолепный первый месяц. Генеральный менеджер Александр Усаков поработал блестяще с этой командой. Что у нас по очкам? Кто лидирует? Лидирует Джордан Кайру. У него 2 гола, 12 результативных передач. Эберле и Жерард отстают от него не очень сильно. С 13 они очками сейчас находятся. По заброшенным шайбам лидер у нас Патрик Лайны 8 плюс 3. И Фил Кесл, несмотря на то, что он в основном играет в четвертой тройке, 6 плюс 5. 11 очков, просто потрясающе 22% реализации у него бросков Фил, Фил как в старые добрые времена Я не зря его взял в свою команду По плюс-минусу у нас лучший Жерард и Чернок Кэмф, Делорие. Опять же, четвертая тройка Играет на плюсы Но во многом благодаря, опять же, фил Кесл, скорее всего Штрафных минут Лидирует по штрафным минутам Миддлтон и Фогл И, кстати, я опять же хочу заметить, что у нашего Тавгая 0 штрафных минут на данный момент. Лурия. А, две штрафные минуты. Но все равно ни одной драки не было. Фантастика. Самый у нас бросающий игрок, понятное дело, Патрик Лайна. Но шутеров у нас больше в команде особо нет. Хогландер, Жерарта. Жерарт для защитника, наверное, много бросает. А Фесл, Кесл просто играет не так э, часто. Остальные снайперы, в общем, не сказать, чтобы очень сильно стараются. Айберли, например, все 31 бросок произвел. Это не так много для игрока второго звена, который еще и получает место в... В большинстве, наверное, он все-таки больше не снайпер, хотя написано снайпер, но он больше пассер, да, наверное, ассистент какой-то. У него и X-Factor на передаче, тейп-ту-тейп. Не знаю, пока, пока это работает, то в какой-то момент это может поломаться, конечно. Надо внимательно смотреть за тем, что происходит. И, кстати, кто у нас по плюс-минусу играет хуже всех? Это тоже важно. Миддлтон, Дюбуа и Фабри. Миддлтон минус 4. Пока я не знаю, может быть, стоит его убрать в какое-нибудь звено пониже, где он там у нас играет, во второй или третьей тройке, на место Харли. У Харли плюс 1. А может быть, пока не стоит трогать, раз оно работает. Раз работает, не стоит это трогать пока что. Лучшая реализация, естественно, у Кэмфа. У него 5 голов в 12 матчах. И у Кесла. Победные шайбы 3 у Лайны, 2 у Фогла. В большинстве у нас голами отличались больше всех Лайны Дюбуа. Ну и в большинстве очков больше набрал Эберли. Что у нас с вратарями? Здесь же есть еще... Так, процент вбрасывания. Несмотря на то, что у нас вроде как и не очень... Со вбрасываниями дела обстоят, но центры пожо вроде неплохо, больше 50% выигрывают Кемп тоже. Дюбуа и Кайру, к сожалению, меньше 50%, но они, мы видели в начале, когда их подбирали, у них рейтинги были не очень хорошие. Драки, вообще были драки у нас в составе? Да, и дважды подрался Миддлтон, представляете? Он у нас в качестве тавгая выступает. Что у нас с вратарями? Вратари. Вратари. Джереми Суэйман. 10 матчей. 9,39 у него процент сейв, 93,9. И Спенсер Найт, в общем-то, тоже поправил серьезно свою статистику. Суэйну пропускает меньше двух шайб за игру в первый месяц. У Спенсера Найт 2,44. Отличная пара. Отлично она пока работает. Тут вот, чтобы не сглазить. А теперь давайте посмотрим на команду американской хоккейной лиги. Мы не смотрели пока их результаты. Но мне жутко интересно. А, так, что у нас в ВХЛ? ВХЛ у нас Дастин Вук 2.55 пропускает. 7 побед, 2 поражения. Слушайте, у нас и команда ХЛ просто всех дрюкает. Скорее всего. 2.55. 9,91%. И Дастин Токарский на правах вратаря ветерана 3 матча отыграл. Пропускает 1,26 шайбу за игру. И у него есть шатаут. Три матча он выиграл, один из них на ноль отставил. Фантастически играет этот вратарь. Что у нас со статистикой? Так, здесь со статистикой лидирует по очкам. Лидирует по очкам. Взятый из Атавы Ридли Грик. 6 15 передач. Алекс Форментон также первая тройка. 17 очков, 7 плюс 10. Редиш Эллисон по 12. Наш новичок Второй номер драфта Максим Шаров как-то пока не очень здорово вписывается, в, наверное, в плане результатов. Он у нас кто? Он у нас плеймейкер, насколько я помню. 3 плюс 7. Пока не слишком он играет результативно с точки зрения именно пасов. Может быть ему не хватает времени, ими, времени игрового и игры в большинстве. Плюс 11. 2 минуты штрафа. 41 бросок. Он, кстати, бросает поворотом. Он третий по броскам, а может быть просто не везет. Рэдиш и Грик бросают тоже очень хорошо. Плюс 18 у Филиппа Крала, нашего защитника. Кевин Бал плюс 16. А минус у кого-нибудь есть? Минус 3 у Такера Арчибальда Барбашева. Ну, не, у Барбашева-младшего. Давайте так его назовем. В общем-то неплохо пока выглядит. По голам у нас лидирует. Больше всех забросил шайб Форментон и Рэдиш. По передачам, понятное время, э, понятное дело, лидирует Грик. Что у нас в команде Хейл? 10-2, ребята, 10-2, вы представляете себя? 10-2. 20 очков. Фантастика. 50 заброшенных шайб, 28 пропущенных. Опять же, в своем дивизионе мы первые по заброшенным. 4-17. Чкалск просто фантастика. И по пропущенным 2-30 мы вторые. Процент реализации большинства, правда, маловат. 13,3% 13, это не здорово. Мы попробуем, может быть, что-нибудь видоизменить после второго месяца. В, в меньшинстве... В меньшинстве 82,9%. То, то есть, тоже не очень классно. Надо следить внимательно за этим составом, если что. Потому что, конечно... Такие периферийные показатели могут нас потом в попу укусить. Ну, давайте скажем, не в попу в неприятное место. Как команда играется, судя по календарю. Давайте посмотрим на результаты первого месяца. После 3-2 в овертайме. Октябрь. Ох, ничего себе! 8-3. 4-0, 3-1, 5-4, потом мы проиграли Лавалю э, в 6-3, это один из наших конкурентов, 4-3 победа в овертайме, 5-1 победа над э, IO Wild, 5-1 над Уиллс Берри с Крэнтоном, 4-3 победа в овертайме над Рокворд Айсхокс, 5-1, и вот только-только мы проиграли Чикаго Вулфс, 2-3, то есть пока-пока. Пока в обеих командах все складывается успешно. Ну ладно, мы продолжаем тогда движение вперед. Поехали в ноябрь, подвели маленькие итоги. Я думаю, что пока, наверное, не стоит делать каких-то изменений в составе. Не стоит делать изменений в составе. Где у нас Мидлтон играет на всякий случай? Давайте глянем в защите. А Мидлтон у нас в первой тройке. В первой паре. И имеет показатель плюс 3. Так. Минус 4. Минус 4. Плюс 3 у нас к, к этому. О, господи, к сыгранности. Но ему это не очень сильно помогает. У него минус 4. И у Боквиста минус 1. То есть у нас первая пара довольно слабенько выглядит пока что. У Жерарда и у Чернока плюс 13 и 12. Может их все-таки поменять местами? Слушайте, мы получили плюс 3. Да, давайте Жерарда и Чернока мы поставим в первую пару. А Миддлтона и Боквиста спустим вниз. Хотя можно, например, поставить их в третью пару. Но тогда мы потеряем бонусы. Они не подходят нам под тактику. Так что Харли пока останется в третьей Паре Милтон и Боккис. Да, поменяем местами Жарала и Чернок, Милтон и Боккис. Да пусть Жаралы и Чернок имеют больше игрового времени. Вот такую мы сделаем. Маленькую замену. В нашей тактике. Поехали дальше. Так, ноябрь. Первый матч против Нью-Йорк Рейнджерс. Против Нью-Йорк Рейнджерс. Рейнджеры. Смотрим симуляцию. 4-3 проиграли. Так, начинаем этот месяц с поражения. Рейнджеры, в общем-то, не сказать, чтобы очень здорово. Начали сезон, но это была их шестая победа. Хорошо, надо сразу реабилитироваться и обыгрывать Ванкувер. У Ванкувера что? 7-2. Это тоже лидер. Тоже лидер своей конференции. 5-2 победа. Прекрасно. Дальше. Нью-Йорк Айлендерс. 7 побед, 5 поражений. Такая, такой пограничный претендент на плей-офф. Эти самые Айлы. 5-2 победа. Великолепно. И следом мы играем против слабого днищенского Чикаго. Ну, правда, с Конором Бедардом, который дебютирует в этом году. Но эту команду мы должны, просто обязаны обыгрывать. И у нас травма в команде АХЛ. ой 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 ой, -ой. Кевин Бау получил травму. У него травмирована шея. Он выбыл до 16 ноября. Так, пусть и тренер заменит нам игрока. 2-1 мы выигрываем. Давайте глянем в АХЛ, что там у нас происходит. На всякий случай глянем в АХЛ. 2-1 мы обыграли Чикаго. Это был, видимо, очень тяжелый матч. Может быть, мы немножко недооценили соперника. Но, тем не менее, выиграли. Это здорово. Так, давайте посмотрим защиту. А, ой, ой, Максим Рауш в первую, в первую пару. О, это не очень здорово. А у нас есть еще в запасе защитники. А, Павлышев, Злодеев, Каша, Ронинг. Да, давайте все-таки Ронинга поставим. А, он у нас правый фланговый. Ё-моё. А кто у нас здесь Защитник. Павлычев нападающий, Бал травмирован, Злодеев, Рауш, Каша, Рауш. Тогда мы поднимаем Такера и Рундбла, да, Рауша ставим Крубинсу. Максим Рауш, я думаю, с рейтингом 52 не готов играть. Не готов играть, но получает он первым в нашем составе игровое время. Представляете? Игровое время. Мы не зря его взяли. Может быть, ему это поможет. Кстати, наша команда проиграла только что 2-0, потеряв одного из основных э, защитников. Многовато у меня, видимо, нападающих в запасе. И защитник только один. И это не здорово, друзья. Я что-то как-то просчитался на самом деле в формировании состава. Ну ладно. Надеюсь, что бал очень быстро вернется в строй. Там 16 число. Всего лишь навсего. Видимо, какие-то спазмы, может быть. Это игра против Нэшвилла у нас. Так, дальше. Нью-Йорк Рейнджерс. Нужно отдавать должок за поражение на выезде. У нас домашняя игра против Рейнджеров. Нужно продлять серию. Три победы подряд у нас. Симулируем день. Кевин Баул готов. Мы продолжаем. 2-1 победа. Еще один матч против Виннипега. О, еще один матч. Да, Виннипег 10 побед, 4 поражения. Нужно давать реванш уже Джетс мы начинаем выездную короткую серию Винипек Нэшвилл. Винипек нам дал разгром. Надо возвращать должок. Надо возвращать должок, симулируя матч. Поражение 2-3. Так, пока что Винипек становится для нас хилесовой пятой. И матч против Нэшвилла тогда сразу симулируем выездной. И мы выиграем 6-3. Нет у нас каких-то продолжительных серий проигрышных, понимаете? И это меня очень сильно радует. К середине ноября мы много выигрываем, мы много выигрываем, четыре победы подряд. У нас было затем поражение, и мы снова одерживаем победу перед матчем с Сетлом, который тоже, наверное, пограничный претендент на плей-офф пока что. Мы проведем матч чуть позже. Так, Эдит Лайнс, надо исправить составы в команде АХЛ я думаю, что у нас защитник вернулся в строй. Так, Рунблад. Рауш. Рауш и бал. Бал. Простите за это выражение, но ничего страшного. Как у нас Рауш сыграл в этих нескольких матчах? Три матча он сыграл и гол забил. Ребята, он забил гол. Этот парень, 20-летний, от которого ничего не жду, с рейтингом 52, забил гол, играя 16 минут. Потрясающе, молодец, молодец. Мы поздравляем Максима Рауша с первой шайбой в американской хоккейной лиге. Он справился. Команда, правда, там тоже немножечко там чередует победы и поражения. Но в целом идет здорово. Играем дальше. Так, Сиэтл. Сиэтл Кракен. Кракен. И у нас снова травма. И это Филипп Крал. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Ну почему? О, да, и это растяжение под коленного сухожилия он выбивает до 1 декабря. Представляете? Только защитник из первой пары у нас вышел. И тут же новая травма. Так, Рубинс идет в первую. А, Рубинс здесь не подходит. И Саморуков здесь не подходит. Ой, неприятно, ладно. А у нас может Рауш сыграть здесь опять. Он ждал того момента снова. А, не подходит, слушайте Может быть Рунблада поставить? Рунблад дает 0 А почему Рауш сейчас дает минус 1? Непонятно Странно, ну ладно Ставим как есть, Рубинс, Рауш Рунблад идет в первую Первую пару к балу. 1 декабря это достаточно долго. Ну, конечно же, у меня симуляция показывает мне симуляцию команды АХЛ, поэтому мы не узнали, как сыграли мы против нашего соперника. Э, поменяйте мне лигу. 5-3 мы выиграли у Сиэтла. Отлично. Мы продолжаем выигрывать. Две победы подряд. Тампа Бэй. Следующая Тампа Бэй. Лайтнинг неожиданно идут седьмыми пока что в, своей, в своем дивизионе. Имеет 19 очков. Но здесь очень плотная таблица. То есть там 5 очков до второго места отделяет тампу Б. Так что не страшно. 9 побед, 9 поражений. Все идут у них в дивизионе ровненько. За исключением Монреаль Канаденс, который немножечко убежали. Что тоже странно, потому что Монреаль это аутсайдер. Вроде бы как. Так, продолжаем. Матч против Тампы. Желательно продлить серию. И мы проигрываем 0-3. Это первое сухое поражение. Окей. Матч против Монреаля. Монреаль. Монреаль играет очень здорово пока. И у нас снова травма. Это Мейсон Джобст. Джобст. Так, пусть тренер главный заменит игрока. Мы выиграем 4-3. Выиграем 4-3. А куда у нас Джобст делся? А где у нас инженерный репорт? Uh, тут... Донесение по травмам. Я не обратил внимания, куда он, насколько у нас Джобст выпал и с чем. В команде Хэлл. А, его пока изучают Крал до 1 декабря У Джобста Пока непонятно, что с ним произошло Окей Многовато трав у нас как-то пошло В команде ХЛ Я хотел еще было сказать изначально, что вроде как Здорово у нас трав нет в ХЛ И вот они пошли Защитники, нападающие Ну Джобста у нас Павлочев заменил Как раз это четвертая тройка Павлычев у нас дает сюда плюс один. Он уже сыграл несколько матчей. Нет, это будет его первая игра. Первая игра его будет. Так что пожелаем нашему молодому парню тоже удачи и успехов. Посмотрим, не ошиблись ли мы, дав ему возможность тренироваться в нашей команде. Получит он игровое время. И, может быть, даже подерется с кем-нибудь. У нас матч против Лос-Анджелес Кингс. Мы Лос-Анджелес в прошлый раз достаточно хорошо так обыграли. Давайте вспомним октябрь. 8-1 у нас был счет. И вновь домашняя игра. Серия домашних игр. Симуляция. 5-2. Ух, мы проиграли 2-5. А, окей, окей. Мы проиграли 2-5. Серии не получилось. Меняем победы на поражение. Ну, дальше у нас Эдмонтон Ойлерс и Конор МакДэвид. Пока они тоже идут. Ни шатка, ни валка. 12 побед, 10 поражений. Все в основное время. Мейсон Джобс у нас выздоровел. Мы его потом вернем в состав. Филипп Крал выздоровел. Мы его вернем потом в состав. Мы проиграли 4-3. Два поражения подряд. Неприятно. 15-8. Мы пока отстаем от Каролины, но не очень сильно. На 5 очков. Ну, в принципе, мы не собираемся выигрывать президентский кубок. Давайте завершим этот месяц. Опять же, там и Каролина. Первый матч 3-2 проигрываем против Каролины. Это не очень здорово, но с другой стороны, не очень плохо, потому что поражение с очками это нормально. И Каролину 1 декабря. Квалификационные предложения. Так, хорошо. Так, мы проиграли, опять же, по булитам. Мы проиграли по булитам. И у нас, наверное, что, скауты уже доступны, или нет? Или я их отправил? А, я их. Вроде бы 11 ноября. Так, давайте подведем итоги ноября. Сейчас. Я что то, что мы проиграли 4, 4 подряд, это не здорово. Не здорово, что у нас пошла серия поражений. Но хорошо, что мы хотя бы в двух матчах э, очки взяли. Очки взяли. Я совсем забыл про скаутов. Ребята, я совсем забыл про то, что нужно скаутов отправить. И это очень плохо. На самом деле очень плохо. Так, э, давайте посмотрим статистику. Во-первых, где мы находимся в турнирной таблице в декабре? Мы все еще вторые в своем дивизионе. 26 матчей, 33 очка. Мы опережаем Вашингтон на 2 балла и на 4 балла опережаем Рейнджерс. Но у них на 2 игры меньше. Мы сыграли больше пока что. Процент, ну, забиваемость наша несколько снизилась. Мы забиваем 3,50 за матч. До этого было больше четырех шайб. И пропускаем теперь уже несколько больше. Но 2.46 все равно меньше всех в дивизионе. Процент реализации большинства все еще высокий. 26.4 лучше всех в нашем э, столичном, в нашей столичной девятке. Меньшинство 89.5. Наконец-то нам кто-то забил. Шесть раз мы пропустили в 57 попытках. Но опять же процент лучший среди всех команд. Что у нас с атакой? Лидирует Джордан Кайро. 30 очков, 7 плюс 23. Джордан Эберли, 8 плюс 20, 28. Снайпер второй тройки. Патрик Лайни забил 17 шайб в этом году, у него 25 очков. Жерард 25 очков, Тараванин 21 очко. Фил Кесл, мне нравится, что Фил продолжает э, радовать нас результативностью. Из четвертой тройки 26 матчей, 16 очков, 9 шайб. И он по голам второй в команде. Я вижу проблему Некоторые У нас э, много людей, которые забивают. Но э, реальный снайпер у нас реально только один. Обратите внимание, насколько большая разница между Лайней и Жерардом в бросках. То есть у нас нападающих, бросающих в команде нет. Нам нужен шутер. Нам нужен стрелок. Кесл 53 броска. Но Кесл нужно время игровое. Что у нас по плюс-минусу? Кайру 15, Хогландер 13, Хогландер 15 очков в, первом, в первой тройке. Не знаю, насколько он подходит к Кайру и Лайне. Не знаю, как он туда, насколько он туда подходит. 22 штрафные минуты, он удаляется много. Ну ладно, в общем, он пока свою работу делает и команда играет. А что у нас по, по, по минусам? Фабри Фогл Дюбуа. И Миддлтон минус 2. Ну, в целом неплохо. Фил Кесл 0. Что логично для игрока его амплуа. Так, заброшенные шайбы в большинстве. 7 у Лайня. Это нормально. По очкам в большинстве лидируют с 11 Тераванин и Эйберле. Кстати, Тераванин хорошо пока играет в пас. Он результативен. Что по дракам? Я хочу знать, кто у нас лидирует в драках. 5 у Миддлтона, 4 Делурье. Он у Делурье начал выполнять свои основные функции полицейского. Так, вратари. После двух месяцев. Джейми Свейн, 12 побед, 7 поражений, 2 в овертайме, 2 по булитам, 9, 26, 2, 38. Ну да, немножко с небес на землю его приопустили. Спенсер Найт, 2, 71. Окей. 9-16, 3 победы, поражение и поражение в овертайме. Ну, Найт многовато, наверное, в своем вне, в пораженческом матче где-то там напускал, но, в принципе, неплохо. Что у нас в ВХЛ? Вулф 10-3-1, 9-14, 2-33, неплохо. И, опять же, опустились с небес на землю Токарский. Токарский стал играть гораздо больше. У обоих по 2 шатаута. у Токарский Вулфа. Токарский 9 побед, 3 поражения процент 9.17, 2.23 пропущенные шайбы. У нас здесь два шатаута у Суэймана. Так, статистика полевых игроков, ребят. Кто лидирует? Грик продолжает лидировать. Он очень много дает результативных передач. что кстати, у нас лидирует по броскам? Кстати, он же. здесь больше шутеров. Они прям не настолько быстро убегают, но бросают так более равномерно. Есть у нас и Фарминтон, и Александр Барабанов, у которого 9 плюс 12 на счету. Эльсон 23, Reddish 22. Где у нас э, Шаров 5 плюс 16, 21 очко. Хотел я было сказать, что, в общем, не очень здорово, но нормально. Нормально для новичка. В первой тройке 18 лет он набирает, ну, не очко за игру, но тоже неплохо. Тоже неплохо. Потом посмотрим, какой рост игроков. Анисимов, Русталайнен, Аббалс, Арчибальд, альчибальд Джобста. -то. Павлочев тоже гол забил, представляете? А, нет, у него пас. Нет, у него гол, все правильно? То есть то, то, там, где Барбашев забил гол за 26 матчей, Павлочев потребовалось 4. Хорош, Павлочев молодец, прекрасно заменил Джобста. И, наверное, надо сделать небольшую смену. Да? Смену составов. Чикаго Космос, Чикаго Космос 19. Побед, 6 поражений. 39 очков. Мы абсолютно первые. На 10 очков опережаем Бельвиль. Ну, то есть, наш фарм прямо разрывает всех. Просто всех обыгрывает. Отлично играет наш фарм. Так, надо сделать тогда определенные изменения в составе. Друзья, у нас. Да, Павлычев молодец, конечно, но мы возвращаем Джобста на его позицию. Хотя, может быть, он нам не особо-то и нужен, Мейсон Джобс. Можно и Павлычева использовать здесь. У Джобста 4 гола в 22 матчах. И плюс-минус минус 1. Мы подумаем. Может быть, мы его отправим. Ему 29 лет, он уже не растет. И в защите. Определенно Максим Рауш, который плюс-минус 2... 9 матчей, 1 гол. Он не портит картину, ребят. Он не портит картину абсолютно. Но возвращаем Филиппа Крала. Крала мы возвращаем в первую тройку, в первую пару. Кевину Балу. Бал и Крал. Отлично. И сейчас я воспользуюсь силой силой обрезания видеоролика. Мне надо заняться скаутами. Ютубовцы этого видеть не будут. Ну а ребята, которые смотрят меня на твиче, сейчас музычку послушают какую-нибудь. Итак, друзья, итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний прямой эфир. Мы начать продолжаем прямой эфир и из всех своих скаутов я отправил изучать умения, умения тех или иных молодых талантов, которые будут выходить на драфт в следующем году. Кстати, наверное, было бы очень неплохо посмотреть на драфтовую доску, что там у нас происходит. View Draft Class. Что мы уже выяснили? Ну, во-первых, мы выяснили, что под первым номером будет у нас Марку Кури, который играет в Швеции, но он фин. И он в лиге с классом А соревновательным в 21 встрече забил 10 и отдал 6. И он, да, я бы... Еще отметил тот факт, что он... Мы не знаем пока его потенциал. Может быть, он очень классный на самом деле. Но мы видим, что он имеет пометку джем. То есть он самородок такой своеобразный. Он неограненный алмаз. И той команде, которая его возьмет, скорее всего, скорее всего, очень сильно с ним повезет. С другой стороны, меня смущает тот факт, что он достаточно низенького роста. И не очень большого веса. Если бы современные симуляторы были более реалистичными, то, наверное, к годам к 25 Марку Кури подрос бы где-нибудь до среднего человеческого роста. Он был бы метр восемьдесят, скорее всего. Доброй ночи. Привет, Маршал. Привет, как дела? Вот, я думаю, что Кури дорос бы нормального среднего роста, но так как это все-таки симулятор, это компьютерная игра, в которой подобного рода вещи не прописаны, то до самого конца карьеры он останется маленьким 173-сантиметровым молодым человеком. А есть у нас еще бриллианты на драфте? Нет бриллиантов, но у нас есть баст. У нас есть баст. То есть мы точно знаем, что из эсы райелы, этого левого защитника, оборонительного плана, не получится ничего. То есть он не вырастет, он будет играть плохо. Мы точно знаем, что это плохой проспект, поэтому его брать не стоит. Продолжаем тогда, 1 декабря, пираты продолжают э, лидировать в своем дивизионе, отставая правда от Каролины на 5 очков, но нас это не очень сильно беспокоит, что у нас дальше в таблице еще, так в Атлантике лидирует Бостон 31, да уже обошли они Монреаль, Монреаль немножко притормозил, там 4 команды имеют 29 и одна команда 27, да и впр 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 впрочем и сенаторы тоже не очень сильно отстают пока. У нас в дивизионе Каролина, Омск, Вашингтон, Рейнджерс, Айлендерс, Флайерс, Дейлс и Питтсбург. Питтсбург только восьмой. 21 очко. Ну как же так? Хуже только Блю Джекетс. Но они прям явные аутсайдеры. На... В Тихоокеанском дивизионе лидируют Голден Найтс. От них не очень сильно отстают Кенакс, Дакс, Флеймс и Уойлерс. Там тоже 28 очков. Плотная группа. Остальные подотстали. И в центральном лидирует Колорадо со всеми своими звездами. Виннипек, Даллас и Миннесота. Остальные тоже немножко подотстали. Хотел спросить, карьера игрока в MLB планируется? Планируется, но это сюрприз. Планируется, но это сюрприз. Потому что там мне точно есть что показать. Я там такие вещи нарыл, нашел. О, ребята, от этого должно быть гораздо веселее. От того, что я там нашел. В этом самом режиме карьеры. Ху -ху. Поэтому ждите, ждите. Должно появиться в какой-то момент. Обязательно. Так, ну мы продолжаем симуляцию. Так, кто у нас следующий соперник? Декабрь. Аж 4 целого декабря мы играем против Миннесоты. Миннесота 12-10-2. Я надеюсь, что мы у них выиграем. Нам нужно прервать серию поражений. Надо начинать снова побеждать. Что такое? I have reviewed this year's class briefly. In general, I feel it will be good year for rookies. То есть... Нам скаут говорит один из, что э, на новичков будет очень хороший год. Но мы не будем смотреть доску э, драфтовую, потому что мы -то только что ее посмотрели. Итак, матч против Миннесоты. 3-2 победа. Отлично. Дальше Торонто с Остоном Мэттисом. Бэк-ту-бэк матч. Не хочу я смотреть драфтовый класс. Проигрываем 2-1. Многовато мы проигрываем в последнее время. Может быть стоит что-то поменять в э, защитниках. Но тут дальше две игры против аутсайдеров. Сан-Хосе и Сиэтл. Просимулируем сразу обе игры. Надеюсь на 4 очка. Итак, Сан-Хосе. 8-3 и 3-2. Отлично. Мы взяли 4 4. Наши скауты постепенно начинают возвращаться. Из командировки у нас матч против Питтсбурга. Эту игру я хочу посмотреть не вживую, но я хочу посмотреть ее симуляцию. Потому что это первый матч против Сидни Кросби в нашей карьере. Давайте глянем в симуляцию живую. Отлично. Погнали. Итак, матч начался. Мы опять же принимаем Питтсбург дома. А мячи начинают достаточно активно получать Численное меньшинство и Сидни Кросби реализуют... Но э, нет, не реализуют а численное преимущество. Видимо, уже после того, как произошло удаление, он нам забил. Мы свое большинство не реализовали. Пока что равная игра идет. Питтсбук в свой момент забил, мы нет. Снова большинство мечей. И Патрик Лайне заколачивает вновь шайбу в ворота 300 на Джаре. Патрик Лайне в очередной раз реализует большинство. Патрик Лайнер это прям отличное приобретение нашей команды. Мне все очень нравится. Поехали, второй период. Матч продолжается, мы сразу получаем короткое большинство, но не забиваем. И Нойл Ачарин оказывает нас за нерасторопность. Не забиваешь ты, забивает тебе, Питтсбург ведет 2-1. Середина второго периода. Надо переламывать ход игры. Не очень результативный матч пока получается, но Тео не только я об этом сказал. И он с круга вбрасывания забивает и снова забивает, и снова забивает. Три подряд Питтсбург забивает, Питтсбургу забиваем мы шайбы. О, отличный, отличный второй период, отличный вторая половина второго периода. 7.11 оставалось до конца. 20 минутке забил Тараванин. Сравнял. А дальше дуплетом Кэмп и Хогландер. Четвертая тройка и первая. Следом э, увеличили наш отрыв до двух шайб. Классно. И очень здорово мы первую половину провели. Но дальше мы поднажали. Третья 20 минутка. Надо удерживать преимущество. Я очень надеюсь, что мы его удержим. Большинство раннее. Большое длинное. Очень длинное. Но мы не забиваем. Питтсбург сейчас наверняка бросится в атаку. Им очень не хочется терять очки, не хочется быть аутсайдерами. Но мы удерживаем преимущество. Джереми Свейман играет великолепно в воротах. Две минуты, три, одна минута. И мы забиваем в пустые ворота. Видимо, это Уоррен Fall, мы побеждаем 5-2. Отлично. Мы с этим справились, с этой игрой. Замечательно сыграли в последние 30 минут. Он у нас с передачами ушел? целых два паса, целых два паса у Томаса Харли плюс три, Патрик Лайн один плюс один плюс три у Демело. Мы вспоминаем о том, что у нас этот защитник есть, он так спокойненько играет, никому не мешает в третьей паре, выглядит очень хорошо, комфортно действует, но отлично. Отлично, мне все нравится. Что у Питтсбурга? А Чарри Кросс без И передачи. Всего три. Тоже Ракел, О'Коннор. Да. Пингвина немножко разочаровывает. Три звезды этого матча. Патрик Лайна, естественно. Томас Харли и Джереми Свейман в очередной раз. Всего два гола он пропустил на 27 сейвах. То есть 29 бросках. Здорово. Середина месяца, дальше едем Ванкувер, Ванкувер и Вашингтон, у Вашингтон будет тоже классная игра, мы ее симулировать не будем, так открыто, так посмотрим, Ванкувер проигрываем в овертайме, в овертайме, ну берем очко, это здорово, дальше конкурент по дивизиону Вашингтон Кэпиталс 0-3 проигрываем, это плохо, нас рейнджеры обогнали, нас обошли рейнджеры. Дальше еще две очень важные игры на выезде против Нью-Джерси. 3-1 побеждаем. Калгари Flames 3-1 побеждаем. И дальше Сиэтл. И мы уходим на рождественские каникулы. Закрываем 3-1. Три матча по 3-1. Замечательно. 22-10 и 4. И в конце у нас две игры против Чикаго и Филадельфии. О, еще один, еще один ключевой соперник Филадельфия Флайерс, ребят. Ну, может быть, они нам не будут оказывать конкуренцию в турнирной таблице, но это еще один райл. Мы Филадельфию ненавидим лютой ненавистью. Поэтому здесь мы тоже симуляцию посмотрим сейчас. 4. Ох ты, ничего себе. Мы проигрываем аутсайдеру Чикаго Блэк Хокс 4-0. Хотя они такие уж, они и аутсайдеры. На самом-то деле в своем центральном дивизионе не пятые, они, в общем-то, борются за плей-офф, вы представляете? Может быть, они какие-то обмены сделали по ходу сезона, я даже не знаю. Но они держатся прям за хвост Миннесоты Вайлд. Имеют на одну игру больше и имеют столько же очков. Неожиданно. Ну, ладно, надо не реабилитироваться в матче против такого страшного, грозного соперника, как Филадельфия Флайерс. Они имеют поражение больше, чем побед. И мы играем на выезде в этой сраной Филадельфии. В отстойном городе с отстойной командой. Бросаем больше, чем соперник. Филадельфия получает численное преимущество. Они его не реализуют. Отлично отборолись. Снова преимущество Филадельфии. Судьи не на нас сегодня играют. Они играют против нас. Но первый период мы, видимо, завершаем по нулям. Отлично. 8-5 броски в пользу Филадельфии. Видимо, только потому, что они два большинства имели. А кто у нас удаляется? Кто у нас такой нехороший человек удаляется? Ох ты, ничего себе. Драка между Миддлтоном и Фростом. Надеюсь, Миддлтон напихал потом. До этого у нас удалялись Хоглендер и Харли. Ребят, надо поаккуратнее все-таки действовать и все-таки как-то дисциплинку удержать. Погнали дальше. Период номер два. Филадельфия сразу же с места в карьер отправляется. Мы перехватываем инициативу, проводим несколько бросков. Но Филадельфия проводит свою позиционную атаку. И Райан Джохансон открывает счет. 1-0 в пользу Флайерс. Середина второго периода. У нас пока ничего не получается. Филадельфия нас прижала к с нашим собственным воротам. Это меня прям беспокоит. Ребята, ну что? 2-0 под конец периода. У нас, кстати, Спенсер Найт сегодня в воротах защищает. Видимо, вторая игра бэк ту бэка Может быть, немножко ребята подустали. Джо и Фрост. Ну, друзья, третий период, 20 минут до конца матча. Надо поднажать. Почему Филадельфия нас перестреливает в два раза? Что происходит с симуляцией? Почему симуляция работает на противника? Что происходит? Нас просто задавила Филадельфия. Во втором периоде третью шайбу заколачивается Трэвис Сенхайм. Нет, видимо, Спенсер Найс сегодня не увезет победу. Это прям, да, провал. Провал, очень неприятный провал. 0-3 мы проигрываем Флайерс. У это плохо. Не самое хорошее начало противостояния против такого соперника. Очень жаль, что мы закрываем календарный год двумя сухими поражениями. Ну, ребят, так, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Мы, конечно же, все еще в таблице находимся на втором месте. Имея, правда, больше игр, чем Рейнджерс. Но наши позиции в борьбе за плей-офф начинают ухудшаться. Надо делать какие-то изменения, я думаю. Не знаю насчет дедлайна, но... Привет, Энгерспортс. Привет нашим новым зрителям. Как дела, друзья? Подключайтесь. Мы начнем э, календарный год 2024 с игрой против Сан-Хосе. Дальше Даллас, Бостон, Коламбус. Так, надо проверить обязательно, что у нас со статистикой, потому что мне что-то не нравится, что у нас происходит со составом. Мы много проигрываем в последнее время. Может быть, это просто маленький, маленький спад, но Филадельфия и Чикаго были хуже командами, чем мы. И это не очень здорово. У Джордана Кайру меньше очков набрано, чем в общем-то игр проведено. Кайру лидирует у нас по очкам 37. Видимо, упала у нас результативность как-то. Эберли 34, Лайна 23 шайбы, но он не очень большой ассистент. Может быть, действительно Хогландера надо убирать, потому что у него просила абсолютно статистика его. Я думаю, что назрели изменения. Эберли, может быть, поставить в первую тройку. Ну, тогда мы заберем атакующего игрока. У нас из первой тройки Жерард Теравайнен Кесл. Я думаю, что надо Фил Кесселу дать игровое время. Потому что Фил-то Кессел как раз играет очень результативно. Он снайпер, он достаточно много бросает. И он забил 11 шайб в 38 матчах, несмотря на то, что он играет в четвертой тройке. Я думаю, что Кесселу надо дать игровое время, Хогл распустить. Ну или Фабри попробовать. А где Фабри у нас? Фабри. Ой, Фабри. 4-8. Ой-ой-ой. Фабри тоже не работает почему-то. Ничего себе. Да. Фогл как-то тоже резко сдал. Вначале он так много забивал в первый месяце. а потом тоже у него со статистикой пошла какая-то беда. Так, что у нас по... По-по-по плюс-минусу. Жерард 18, Жерард прям отличный подбор. Чернок Хоглендер плюс 14. Но Хоглендер, видимо, плюс-минус работает хорошо, потому что он в нужной тройке играет. Кого? Фабри минус 6, Миддлтон Дюбуа и Боквест. Миддлтон и Боквест. Первая тройка не работает. Или теперь она вторая тройка. Надо как-то поменять их, может быть, в третью поставить. И дать больше игрового времени Харли. И не посмотрел я, конечно же, под, э, Джереми Суэймана. Так, я хотел посмотреть, что я хотел по посмотреть вратарей. Э, Суэйман, 27 матч, 4 победы, 10 поражений. Процент э, 29, 29, 26. Процент сейвов хороший. И пропускаемость, в общем-то, тоже неплохая. Надо защиту подтягивать. С чего я играю? С э, Xbox серии э, S я играю. С Xbox серии S. Что в фарме у нас? Токарский. Токарский имеет больше побед, чем у Вулфа. Ну, Вулф достаточно много начал пропускать. 2.58. Поэтому Токарский, видимо, начали выпускать немножко чаще. У Вулфа тоже теперь есть два шатаута. Но у Токарски больше побед и выше процент. Но мы понимаем, что Токарский у нас 34-летний ветеран. Он у нас для ветеранского присутствия присутствует в этом составе как бы это ни звучало, Вов у нас подающий надежды молодой талант. В нападении, что у нас в остальном... Грик 43 очка, Форментон тоже немножечко, у нас команда немножко подсдало в статистике. Но мне определенно радует, что Шаров продолжает и забивать, и отдавать результативные передачи. Он отлично пока что выглядит в своей первой тройке. Эльсон 4 гола. Маловато, но 32 очка. Он работает как ассистент. Неплохо выглядит Рэдиш. Русталайн, Нарчибальд. Не было у нас пока травм в этом месяце. Меня это тоже очень радует. Что у нас в ВХЛ по, по проценту побед. Чикавс Космос продолжает лидировать с большим отрывом. В 11 очков перед Кливленд Монстрс. 27.9.2 Потрясающе просто. Так, а что у нас в НХЛ теперь по забиваемости. Забиваемость очень сильно просела по сравнению с первыми двумя месяцами 3.18. Но мы все еще пропускаем меньше всех. Вратарская линия и линия обороны у нас продолжает работать. Большинство просело, друзья. Внезапно. До 22,9. Или, может быть, вернулось на землю. Но меньшинство у нас все еще лучше. То есть дело не в обороне. Наши последние поражения не связаны с тем, как мы играем в защите. Они а связаны с тем, как мы играем в атаке. Поэтому я думаю, что... Я думаю, что нужно менять. Так, ребят, надо делать э, замены. Какие замены я хочу сделать? Хогландер в первую тройку как ассистент. Нет, наверное, э -э, Тераванина мы оставим. Я хочу Кесла поднять туда вверх. Он даст нам плюс 3. Хогландер тогда фабри. Мы поставим вместе с Долурия. Огландер в третью тройку пойдет. Он у нас Туэй Форвард, Пауэр Форвард, Фабри, Снайпер. Два... Мне не очень нравится, что здесь два универсала. Дзюбуа... Нет, Дзюбуа у нас четко играет во второй тройке. Я как-то не... все время не смотрю, кто у нас какой потенциал, какую роль исполняет. Лайны у нас роль второго форуда второго звена должен исполнять Но у нас таких человек два Я мог бы Эберли поставить Как снайпера туда же Может быть кстати стоит попробовать Ребят Филу мы оставим во второй тройке И дадим Эберли возможность поиграть в первой Лайни у нас правый крайний центр Кайру у нас Правый крайний центр. И правый крайний. Да, немножко неудобно, наверное, Эберли будет играть. Здесь он все-таки больше подходит под вторую тройку. Ну давайте дадим им шанс хотя бы. Какой-то. Большинство, наверное, я пока не, не буду менять. Меня здесь все устраивает. В общем-то. Фабри не работает. Кого можно поставить вместо фабри? Кесл тут играет. Хогландер. Чебуа, Кэмф. Эберли. Эберли дает плюс 2. А он у нас есть в первой. Какое же все-таки неудобный здесь меню, черт возьми. Он играет, да, он играет в первой паре. О, в первой пятерке. Не пойдет. Надо кого-то еще. Uh, так, Лайни, Кайру, Терравайнен, Эберли, Жерард. Дюбуа, Кесл, Боквист, Харли. Uh... Знаете, что? Я можно Лайни оставить и здесь тоже. Я так думаю. Как минимум. All Skaters. Кайру, Хайри, Лайни. Кого у нас нет? Миддлтона, Дебуа, Хоглендер Хоглендер, Фегл вообще не забивает. И Фабри тоже. Пожо попробовать. У кого шутинг хороший? У кого хорошо с бросками все? У Лайни. Давайте Лайни в двух заиграем э, пятерках. Пусть Лайны в двух пятерках выходят. Может быть, нам это поможет. Может быть, нам это поможет. Так, продолжаем. До дедлайна еще два месяца. Очень нам нужно прервать серию поражений. Никак... Кое-какие мы изменения сделали в составе. Понеслись дальше. Так, Сан-Хосе. Должны обыгрывать. Это главный аутсайдер. 8-5. Вот это да. Вот это мордо... мордобой. Дальше у нас Далс. Далс очень неплохо действует. Далс один из лидеров центрального дивизиона. Они идут третьими. Им тоже надо выигрывать. Симулируем день. 2-1 победа, отлично, серия побед, дальше Бостон, очень непростой Бостон, 21-13-4 у Бостона, это наш, наш возможный конкурент по плей-офф, кто знает, первая игра против них, 7-6 проиграли, что происходит опять, только я похвалил нашу защиту, как у нас пошли какие-то дикие матчи, еще один аутсайдер, Коламбус, нужна победа, 5-2, отлично, Миннесота, Миннесота середняк, нужна... Победа. Два очка надо брать. Uh, no trade offers for a while. Не будем. Не нужны нам uh, обмены. Январь. Январь. 4-3 проигрываем. Это плохо. Дальше у нас пара встреч опять же Бостон и Анахайм. Анахайм подскатился немножечко. Нам нужно взять отсюда хоть как, миним как минимум 3 очка. Мы проигрываем Бостону 4-6. Ух, не нравится. Мне это все не нравится. Анахайм 4-2. Победы и поражения сменяют друг друга. Дальше снова пара матчей. Торонто и Виннипек. Тоже два очень непростых соперника. 16 января проиграем 4-3. И против Виннипега выиграем 5-1. Хорошо, хорошо, что мы все-таки чередуем победы и поражения. Нет у нас продолжительных серий. Проигрышных. 20 января. Пока ничего не меняем. Пока не требует у нас ничего, ничего менять. Не нужно нам ничего менять. 20 -е. драфт класс у нас начинают скауты приезжать пока мы не будем этого делать 4 2 поражения игра против айлендерс и колорадо нужно взять хотя бы одну игру мы взяли победу у айлендерс и проиграли эвиланж 4 дня отдыха у нас перед игрой с сент-луисом Перед игрой с Сент-Луисом и у нас там до 8, мне кажется, февраля некоторые скауты работают, поэтому продолжаем симуляцию. 5-3. Обыграли мы блюзменов. Снова две очень важные игры. А немножечко мы как-то от Капиталста оторвались. Но Рейнджерс. Rangers... Слушайте, ну мы, несмотря на то, что чередуем победы и поражения, мы отрываемся от соперников. Да, у нас есть три игры три игры больше от Рейнджерс, и по потерянным очкам мы все равно Нью-Йорк опережаем на бал на целый. Результативный. Ну, догнать Харрикинс, наверное, нам не получится. Каролина с Джейком Гюнселем играет просто блестяще. Но удержать место второе и как минимум преимущество собственного поля в первом раунде, я думаю, нам по силам. Но не нужно проигрывать. В Вашингтон, Миннесота. Заканчиваем месяц январь. Стимулируем. А, победа в, по Булитам. Над Вашингтоном Победа в овертайме над а, Миннесотой Отлично, мы заканчиваем двумя победами этот месяц Прекрасно Давайте глянем, что у нас в таблице Харрикин 76 Мы имеем на 2 игры больше У нас 66 У Рейнджерс 59 Дальше Флайерс, Capital, Пингвинс Питтсбург внезапно вклинивается в борьбу за плей-офф Это радует меня как болельщика Пингвинов Дальше Дэвилс, Айлендерс и Блю Джекетс основ... явные аутсайдеры. Явные аутсайдеры, но тут и Дэвилс, и Айлендерс находятся очень близко в таблице к... ко всей остальной группе претендентов на плей-офф. Они борются, как минимум, за третье место и за Вайлкарт. Но Вайлкарт держит Пантерс и Мейпл Лис. Нет, наверное, все-таки за третье место в дивизионе. Пантер и Кленовых Листьев будет достать очень сложно. Тут лидирует в Атлантике Бостон Монреаль до сих пор держится. И Детройт. Но тут у сразу 4 команд 60 очков. И плюс Лайтинг остают на 2 балла результативных. <человек> очковых, скажем так. А, так. В западной конференции в центральной дивизионе регирует, а Колорадо 68. Дальше Джетс, Уайлд и Старс. Блэк в трех очках от вместо в плей-офф. Потрясающе. И... В... Тихоокеанский дивизион лидирует Эдмонтон. Дальше, слушайте, три канадские команды идут. Эдмонтон, Калгари и Ванкувер. Четвертыми идет Вегас. Ну и э, Дакс, который великолепно, Анахайм, великолепно стартовал в этом году. И скатился к середине сезона. Мы пока держимся. Еще раз глянем в статистику. Хотя, вы знаете, наверное... По статистику, может быть, и не стоит особо смотреть, потому что, ну, мы выигрываем, и пока все работает вроде бы. Кайру 55 очков в 53 матчах. Эберли. Слушайте, Эберли очень сильно прибавил с момента, как мы его поставили в первую пару. В первую тройку. 18 плюс 34. 52. И Патрик Лайнер имеет 32 заброшенные шайбы. Кайру Эберли Лайне работает. Просто работает. И Фил Кесл 37 очков имеет на своем счету. Что тоже очень здорово. Хогландер 23. Ну, в остальном... В остальном я хочу плюс-минус посмотреть. Хочу посмотреть плюс-минус. Чернок, Лайне, Жерард, Кайру, Хогландер. Минус 11 Робби Фабри. Ой-ой-ой. Робби Фабри просто слабое звено. С Робби Фабри что-то совершенно не так. Надо подумать. Он у нас просто выпадает из состава сейчас абсолютно. Что-то надо придумать по отношению к нему. А, да, улучшили мы свои показатели в плане заброшенных шайб. Мы... Что это такое? Мы исследуем Каролину. Мы не хотим исследовать Каролину. Мы вторые в дивизионе по заброшенным шайбам. 3.40, это здорово. Но мы стали пропускать заметно больше последний месяц 2,66. Стабилизировался процент реализации большинства 24,5. Ну, то есть каждое четвертое большинство реализуем, это здорово. Меньшинство у нас резко просело. У нас резко просело меньшинство, ребят. 84,3. Окей. Вновь надо посмотреть вратарей. На всякий случай. Суэймон и Найт. Суэймон, да, как-то резко стал играть хуже. В последний месяц он очень много пропускает. 2.75 у него процент пропускаемости. Э, коэффициент пропускаемости и процент отраженных бросков 91.2. Как-то, да, видимо, агрессивная, агрессивная игра в атаке дает о себе знать. На фармы пока смотреть не будем, потому что фармы так здорово работают. Где у нас фарм? 18 очков Гандикапа перед э, конкурентом основным. 38, 13 и 2. У Грига 57 очков. С фармом все в порядке. Фарм в этом году будет за кубок Колдыря бороться. Февраль. Февраль. Мы пойдем в февраль. Но для начала надо опять же немножко микроменеджментом э, заняться. Что-то надо дел делать с Робби Фабри. Он вообще не работает. В четвертой тройке он вообще не работает. Снайпер Хогландера, может быть, поставить. Вернем Фа Фабри и поставим Хогландера туда в четвертую тройку работать. У Кесла 15 голов. Здорово. Но, правда, он и проводит почему-то 12 минут игрового времени в среднем. Что как-то симуляция очень странно работает по отношению к нему. Ладно. Бедный Робби Фабри, Что же с ним не так? Что же с ним не так? Так, давайте глянем на февраль. 29 числа, 29 февраля дедлайн, я так подозреваю. Нам вскоре надо будет вновь заняться скаутами. Так, середняк из Оттавы. Аутсайдер э -э, из Нэшвилла. И Коламбус аутсайдер. Надо брать 6 очков здесь, ребят. Надо брать 6 очков. У нас очень большой промежуток времени. Мы будем иметь возможность отдохнуть. Так что давайте, ребят, надо 6 очков. Удар на 6 очков. 5-3 проигрываем. Плохо. 3-1 победа. Жаль, что прервали серию побед. И 4-2. Ладно, хорошо. Поражение от Оттавы было неприятным, но мы затем выиграли 2 подряд. Vegas Golden Knights. Отлично, 3-2. Хоть и поражение по булитам, но это все-таки одно очко. Дальше Монреаль и Детройт. Еще два неплохих соперника. Проигрываем э, Монреалю. Монреаль прям потрясает меня в этом году. С чего вдруг-то они борются за плей-офф? Хотя нет, в последнее время они начали очень резко много проигрывать. Судя по всему, и вот эта победа стала одной из немногих для них. Но все равно они борются за место под солнцем. И мы обыгрываем Детройт. Который, в общем-то, тоже третий в своем дивизионе. Окей, продолжаем. 16 февраля. Айлендерс. Конкурент по дивизиону 4-3. Победа. Здорово. В принципе, у нас очень неплохо пока складывается февраль. И матч против Эдмонтона. Матч против Эдмонтона я предлагаю посмотреть. Я предлагаю посмотреть живую симуляцию, потому что это игра против Конора МакДэвида. Конор МакДэвид, Драйзайтель и все остальные. Хороший тест. Тем более, что у Уэллера 75 очков. И у нас 75 очков. И у нас вообще, слушайте, у нас иденти идентичный показатель побед, поражений и поражений в овертайме. Абсолютно. Абсолютно идентичный показатель э, процента побед. Поэтому да, давайте посмотрим. Симулируем игру. Погнали. Матч на выезде. В Эдмонтоне. Встреча началась. Мы начали с со собственных атак. Мы бросаем очень много. И сразу же забиваем первыми шайбу на исходе пятой минуты Дилан Демело. Вот так вот мы на нахрапом взяли соперника. Тут же Фил Кесл с круга вбрасывания право забивает вторую. 2-0. Вот это да. Ничего себе. Отличный матч мы пока проводим в первой 20 минутке. Но, конечно же, играть еще очень долго. И не надо останавливаться на достигнутом. Но первые 20 минут меня прям порадовали. 15-5 мы выигрываем по броскам и 2-0 в счете. Период номер 2. Поехали, мы продолжаем забрасывать соперника. Продолжаем забрасывать соперника. Эдмонтон получает численное преимущество. Немножечко выравнивает положение. Преимущество долгое. Преимущество у нас теперь численное. Мы поиграли в большинстве, в большинстве но не забили ни они, ни мы. В итоге период заканчивается без заброшенных шайб. Все еще 2-0. Не знаю, кто у нас в воротах. Наверное, Джереми Свейман. Что у нас по броскам? Что написано? Да, Джереми Свейман. Джереми Свейман пока играет на шатаут. Очень надеюсь, что он засушит и эту игру оставит свои ворота в неприкосновенности. Период номер три. Поехали. Первые 5 минут ничего практически не происходит. С большинство. И Фабри, наконец-то забивает Фабри, и тут же отвечает Виктор Арвица. Мы вновь играем в большинстве. И снова реализуем это самое большинство Патрик отреклайне. Отлично, Фабри наконец-то забил, и Лайни забил, 4-1, очень комфортное преимущество под занавес игры, пятую шайбу, и вновь Фабри, это дубль, перевели, вернули мы Робби Фабри в третью тройку, дали ему время в большинстве, и Робби Фабри отблагодарил нас, игрой с двумя заброшенными шайбами стал он первой звездой в этой встрече. Второй с Суэйман. И Фил Кесл стал третьей звездой. Он забил очередной гол. И даже сделал два хита. Отлично мы сыграли на выезде против Эдмонтона. Конора Макдэвида вообще не было видно в этом матче. Он ничего, собственно говоря, не набрал. Мы абсолютно прикрыли всех лидеров команды. У Драйзальта минус 2. И 5 бросков. Макдэвид тоже минус 2, и Захайман минус 2. Мы просто переиграли их первую тройку нападения. Блестяще. Потрясающе. Молодцы, парни. Молодцы, парни. Отлично идем. Отлично идем. Дальше игра против Вегаса и матч против Юты Йети. Брейки Нью. Сан-Хосе Шаркс уволили тренера Брейлона Миллера. Брейлана Миллера. Я совершенно забыл опять про скаутов. Беспамятный я человек. Устанавливаем симуляцию. И давайте займемся скаутами. Еще одна маленькая скаутская пауза. И мы вернемся, воспользовавшись силой нарезки видео, видеомонтажом. Поехали. Итак, друзья, итак, друзья. Закончили мы опять же в очередной раз с нашими скаутами теребонькаться и начинаем мы готовиться потихоньку к уже дедлайну, наверное, в котором мы, правда, наверное, ничего будет делать-то особо и не будем, как мне кажется, но довести до него дело, наверное, стоит. У нас тут две игры остается. Симулируем один день матч против Вегаса, его надо, конечно же, выиграть, и мы выигрываем его в булитной серии. Еще два очка и матч против Юты. Слушайте, а может быть мы сможем посмотреть, сейчас, что в лиге происходит? Там же наверняка есть какие-то данные все-таки по поводу того, кто кого там обменивает. Тоси-босси. Вот Лукас Реймонд имел травму. Игрок Detroit Red Wings. Вот он возвращается после травмы. Новости новостями. Мне хотелось бы посмотреть, возможно, обмены какие-нибудь. А нет обменов, вы знаете. Торговый рынок до сих пор молчит. Обмены только в дедлайн. Очень странно. Ни подписаний никаких нет, ни под продлений контрактов. Только травмы здесь обозначены и все. Так, Юта, давайте просимулируем этот матч. И у нас травма Адама Бокеста. Ёлы-палы. Ах, неприятность. Неприятность Адама Боквиста мы потеряли Дилан Демело поднимается Во вторую пару Или может быть Харли его поднять Да давайте поднимем Харли Харли и Миддлтон Оба правда левые защитники Это не очень здорово Боквист у нас травмирован Выходит Кныжов Кныжов и Демело В третьей паре Так, к, 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 статус в дедлайне. Консервативные продавцы. Я думаю, что мы оставимся на месте. Я думаю, что мы не будем торговать. Да, давайте посмотрим, что будет в дедлайн на самом деле. Итак, кто доступен для продажи? Ребят, у нас есть время до 12 часов дня. 6. Э, доступны для обмена Патрик Кейн, Анжи Копитар, Гости Сбер, Вратарь Семен Варламов, Кэм Телбот, Филипп Дано, Райан Макдона, Тревор Мур, Робин Леннер. Это топ-10 игроков. Но мне бы, может быть, снайпера какого-нибудь взять с одной стороны. У нас первая сделка сегодняшнего дня Лос-Анджелес Кингс. Обменяли Тревора Мура в Бостон на Лайсела и Драфт пик в третьем раунде и какого-то там Эдварда. Опитар. 36. Мне не очень хочется делать обмены, потому что у меня не так много драфт пиков и не хочется терять оставшийся пик в первом раунде. Плюс мы играем очень хорошо, поэтому да, наверное, стоит подождать. А, кто еще здесь есть? Available. Кто еще доступен для обмена в Гостисберг? Еще один обмен. Чикаго. Блэкхокс меняет второй раунд 24 -го года и Блэквелла в Баффало на Клифтона и четвертый раунд 25 -го года. Интересные обмены. Дано, Макдона, кто мог бы мне понадобиться? Дюмалин? Ф Марк Андре -ф В качестве запасного вратаря? А, почурите, кто? 2 миллиона снайпер. А можно посмотреть его статы? Если я на него нажму, что тогда? Только таким образом я могу его посмотреть. Второе звено. 84 рейтинг. Х факторов нет. Минус 16. Бросает он на 4,5 звезды. У Карир Стац. 170 бросков у него. 10,6%. Не знаю, стоит ли пытаться его выменить. Наверное, нет. Не стоит. Я не рискну. Хотя, может быть, можно было попробовать найти обмен. Как раз Вашингтон. Что может просить Вашингтон у меня? Замах с Почурети. Может Овечкина попробовать выменить? Мирушниченко. Почореть. Find Trade. Uh, y. Нет, они не предлагают никаких обменов. Пятый раунд и Дюбуа? Серьезно? Или фабри? Фабри на почерете? Фабри сколько лет? Погодите. Фабри на почерете. А -а -а, сколько лет фабри? Топ-3 скоринг-лайн. Ему 28. Он стоит 4 миллиона долларов. И он не очень здорово играет. А почереть это у нас подходит куда-нибудь. Он под второе звено осит. Да, но он нам не подходит в третью тройку, на самом деле. Поэтому, как бы, может быть, можно было подумать на этот счет, но нет. Обмен. Нью-Йорк Рейнджерс. Усили... Продали Секуру и Макдонала. Бакнеров Сетл на Джемми Джимми Алексия. А Вашингтон еще новый обмен. Вашингтон Кэпиталс обменяли Макса по черете третий раунд и еще один третий раунд. И Абеку б в Виннипек на Люсиусе Князева из Бруева. Виннипек усиливается. Мы достаточно пассивно действуем. Я просто не знаю, кого нам можно взять. Может быть, Патрик Кейн? 35 лет. 2,7 миллиона долларов. Экзакт элит. Так, Вегас. Корщика обменял. Третий раунд. Виннипек на третий раунд, третий раунд и Купари. Два третьих раунда. Патрик, Лай... Патрик Кейн. Первое звено. У него вбрасывание 65. Ну да, логично, он правый крайний. В третью тройку он бы нам подошел, конечно, но Рейтинг 89 в третью тройку. И у него куча из факторов. Может быть, попробовать? Слушайте, может быть, Патрика Кейна подобрать? Из Детройта. Аппетит приходит во время еды. Ну что они могут у нас попросить? Эти самые Red Wings. Так, блин, опять дурацкая эта система. Детройт, давай. А, окей. А, Гости Сберкейн. У него, наверное, очень большая стоимость. Нет, мы не можем найти обмен. Только если предложить первый раунд 2025 э, -го года. Но не хочу. Я, я думаю, что у нас молодая растущая команда. И поэтому нам рано делать такие обмены. В принципе, ради победы в Кубке Стэнли нам, в принципе, в плей-офф достаточно будет выйти. Я думаю, что мы не будем дальше смотреть дедлайн, просто посмотрим э, итоги. Итоги дедлайна. Мы обыграли Юту 7-2 в последнем матче. А где у нас юта то находится? Седьмая она, ну, конечно, как э, Каютис. Итак, мы закончили дедлайн, и событий, как я посмотрел, было не очень много интересных, поэтому, да, наверное, останавливаться на них мы не будем. Мы ничего менять не стали, мы решили оставить тот состав, который есть, потому что можно было, конечно, Патрика Кейна выменить, но... Куда бы мы его поставили, пока не очень понятно, с одной стороны. А с другой стороны... С другой стороны... Да, Боквиста у нас нет. Можно было защитника дополнительного какого-нибудь взять, но мы не стали. Не нужно будущее свое тратить прям так сразу, чтобы с насколько заскочить в плей-офф. Мы не планировали выиграть Кубок Стэнли в первом же сезоне. И то, как мы играем сейчас, это уже... Прекрасно, мы играем лучше, чем должны были. Поэтому мы просто дождемся последних двух месяцев. Будем надеяться на то, что мы в последние два месяца не обделаемся. Тут остается марта, половина апреля. А, начинаем с игры против Питтсбурга. Симулируем день и начинаем поражением 4-6. Не очень здорово мы начали этот месяц. Питтсбург бьется за место в плей так что им тоже нужно выигрывать. И они сейчас удерживают место в вайлкарде. Поэтому да, совершенно понятно. Но мы продолжаем пропускать очень много. Это не радует. Мы проигрываем Юте. 2-1. Дальше матч против Флориды. Питтсбург поместил Дженсона Харкинса на Уэвер. Будем ли мы его подбирать? Нет, мне бы защитника на самом деле. Поэтому нет, мы пропускаем это дело. Проигрываем, ээээ... проигрываем, проигрываем Флориде. Блин, это плохо. Это плохо, мне это не нравится. Колорадо и Торонто. Надо взять 4 очка в этих двух матчах. Хотя бы 3. Колорадо на выезде. Дакота Мермис. Помещен на Уэйвера. А, видимо, можно сейчас на Уэйвера выставлять. А, ну да, конечно, они смещают, перемещают их между командами НХЛ и АХЛ. Это защитник Дакота Мермис. 78. Может быть, стоит его подобрать. В запас куда-нибудь Потому что у нас только один Рауш там играет а, Нет, наверное, отклоним Выигрываем мы у Колорадо Выигрываем у Торонто 6-4, 6-5 Многовато мы пропускаем, но тем не менее Следом у нас игра против Нью-Джерси Девилс, 11 марта Проигрываем 2-3 Плохо прервали серию побед Эдмонтон следом очень опасный соперник. 7-1. Мы прям Эдмонтон громим в очередной раз. Первый раз мы их отлично обыграли. В прошлом месяце здесь тоже здорово сыграли. Даллас Лос-Анджелес Кингс. Две подряд игры. Бэк ту бэк. 3-2 победа. Обновили скаутские данные. 5-4 победа. Прекрасно. 5 побед в последних 6 матчах. И что мы гарантировали себе выход плей-офф? Пока нет. Но мы опережаем Рейнджерс на 2 очка Имея на, на игру больше Так, продолжаем Продолжаем бороться за место под солнцем За место в э, Плей-офф, где у нас Будет домашнее преимущество 4-3 обыгрываем Баффало Дальше игра против Коламбуса Мы выиграем 4-1 У нас серия, под конец сезона у нас пошла серия побед раз два три 4, 5 побед подряд Давайте продолжим с Монреалем 2-0, к сожалению, проигрываем серии, прерывается. Очень жаль. 3-0, опять же, проигрываем Бостону. Не здорово. Две, два сухих поражения. Мы можем так упустить свою позицию. И что у нас с, с, с Детройтом? Детройту мы тоже проиграли 3-0. Три игры мы проигрываем сухую. Что происходит, ребята? И мы упускаем вторую строчку. Уступая Рейнджерс э, целых, целых три очка ребята, нужно какие-то изменения в очередной раз сделать. Давайте посмотрим статы. Джордан Кайру в первом сезоне за Омск Пайрс набирает 86 очков. Это потрясающе. 82 у Лайна. 49 шай Патрик Лайн наклепал. Представляете себе? Вот это мощь, вот эта сила. У нас есть человек, который 50 забивает. Эберли 80 очков. Кесл 47. 23 плюс 24. Ну, может быть, он не настолько здорово забивает, как хотелось бы. Но, тем не менее, он справляется со своими задачами поставленными. Дьбуа минус 9. У нас просела вторая тройка внезапно. У нас просела вторая тройка внезапно. Надо что-то менять. И Фил Кесл у нас просил в последнее время. Так, ну давайте думать. Назрели изменения очередные. Не очень хорошо Кесло играется с тараванином Давайте попробуем Роби Фабри поставить туда. Огландера поставим в парк Пажо и Фёглу, и Кесло вернем четвертую тройку. Может быть у Фабри с Тараванином получится лучше, потому что смотрите у него плюс два. Он рассматривается как форвард третьей тройки. Есть у него кто-нибудь у нас, который кусит под вторую? Хогландер. Может быть, Хогландера попробовать? Ну, давайте попробуем Хогландера. Фабри, Фогл, Пажо остаются. Хогландер идет во вторую тройку. Кесл смещается в э, четвертую. Давайте попробуем так. Концовку провести. Можно было еще защитников посмотреть. Защитников мы оставим пока так, как есть. Мы тогда уже разберемся совсем к плей -офф. У нас остается всего 5 матчей и шанс поймать Рейнджерс. Но Рейнджерс мы с ними не играем ни одну встречу личную. Поэтому давайте симулируем матч против Юты и Ети. Юты им проиграем 2-6. Чего вдруг-то у нас в конце пошла серия поражений. Мы не затолпили место в плей-офф еще, ребята. Нас могут обогнать и Пингвинс, и Девилс. Ё-моё, Филадельфия, нужна победа, ребята, в, очнитесь. Мы просираем сезон, Жан-Габриэль пожет, травмируется. До 2 мая, о, нифига себе, мы теряем центра третьего звена, который хорошо на точке играл, вот это да. Вот это потеря. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Кэмф. Кэмф идет в третью тройку, и мы ставим тогда Протоса. Боквист у нас до сих пор находится в, в травме. Мы проиграли Филадельфии 4-3. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Вот конец сезона мы вдруг, вдруг начали проигрывать всем подряд. Что-то не работает. Дюбуа минус 8. Тараванин минус 7. Огландер плюс-минус 15. Защиту надо посмотреть. Жерард и Чернок. У Жерард и Чернок у них проблем нет. Мидлтон и Харли минус 5. И один. Демела поставить. Демела и Харля. Мидл спустить вниз в третью пару. Что такое, друзья? Почему вдруг внезапно мы начали всем проигрывать? Uh, но с другой стороны, Пинг, да, мы сейчас держим uh, третье место. Wildcard однозначно попадает в руки канадинс и Лайтнинг, и у Мэпл Листочков больше даже чем у Питтсбурга. Три очка. У нас игра в запасе перед, перед Пингвинс, и мы играем с Пингвинс последнюю игру. То есть очень может быть, что в, в концовке мы будем разыгрывать э, место в плей-офф. Не может быть, чтобы мы так отдали место в плей-офф. Не может такого быть. Калгари и Нью-Джерси. Надо выиграть две игры. Выигрывать две игры и официально выходить в плей-офф. Макдермит. Э -э, защитник из а, подобрать или нет что он у нас представляет кортис Макдермит? рейтинг 76 uh, только если фарм клуб взять этого чувака нам нужен в, в защиту игрок один давайте его подберем есть победа, есть победа над Калгари Flames 6-2 и 6-1 над Нью-Джерси-Дэйлс. И ваши Омские пираты официально попадают в плей-офф в сезоне 2023-2024. С первого раза мы выходим в плей-офф. И теперь последний матч против Питтсбурга, который вновь ему не повезло. Вновь пингвинам не повезло. Опять они оказываются за бортом соревнований. Хотя там Wild card. еще можно было бы, по идее, достать Тампу Б и Детройт. 95 очков у Питтсбурга в 92. Давайте просимулируем последнюю игру. Просимулируем последнюю игру. Мы ее выиграем 2-1. И мы официально выходим в плей офф Ой, здорово. Ой, прекрасно, ребята. Ой, замечательно. Мы попали в плей офф И теперь нам нужно только дождаться нашего первого соперника. По плей-офф. Этим соперником становится Нью-Йорк Рейнджерс. Мы выходим на Нью-Йорк Рейнджерс, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, и боты и ботихи, товарищи, друзья. О да, о да. Это будет интересная очень серия. Но если мы посмотрим сейчас на сетку плей-офф, то с кем будет играть? Итак, на западе, Виннипек против э, Миннесоты. Колорадо встречается против Вегаса. Ойверс играет против Калгари, Флеймс. Ванкувер против Далса. Сразу три команды из центрального дивизиона канадские выходят. То есть, у нас, как минимум, одна канадская команда может попасть в финал конференции. Замечательно. На Востоке. Мы, естественно, играем Момск против Нью-Йорк Рейнджерс. Каролина против Торонто. Интересная очень пара. Флорида против Монреали. Бостон против Тампа Бэй. Что у нас в АХЛ? Я думаю, что это нужно тоже посмотреть. Кубок Колдера. В Кубке Колдера, безусловно, безусловно, наша команда выигрывает свою собственную конференцию. Играть будет против Бельвиля. Против Бельвиля. Где закончил с Космос? Где мне можно посмотреть статистику? Давайте подведем итоги регулярного сезона и сегодняшнего стрима. Чикаго Космос 50 побед, 30 поражений, 2 поражения в овертайме. Или по булитам. Не в основное время. 102 очка. Опять же, под конец сезона, видимо, у нас был какой-то спад, но тем не менее, и Лавал, и Кливленд, и Бельвиль мы обогнали. Обогнали с очень большим отрывом, ну, с достаточно серьезным таким отрывом в нашем северном дивизионе. Почему-то нас пихнуло именно в северный дивизион, наверное, потому что мы брали команду э, под названием Чикаго. Кто еще выходит? Хендерсон, Сильвер Найтс, Бекерсфилд, Сан-Хосе, Барракуда, Коучела, Фаербердс. А здесь Чикаго, Улс, Милоки, Рокфорд и Манитова. В Атлантике Шарл Чекерс, Провиденс Брюинс, Хартфорд, Вулфпак и Спрингфилд Тандерберд. Беррис Скрентон, наш дорогой питсбургский, последнее место занял там. Отлично. Что у нас по сезону? В 82 матчах 82 очка набрал э, Ридли Григ. 32 плюс 50. Прекрасно сыграл этот молодой человек в этом сезоне. Он оправдал доверие. И Александр Барабанов, игрок второй тройки, тоже великолепно сыграл почти очко за игру 81 очко. 78 очков у Алекса Формента, на которого мы выменили у Оттавы за два выбора в, э, в третьем раунде этого года и следующего. Максим Шаров, нав, наш новичок, замечательный, выбранный под вторым номером на драфте этого года, закончил с 23 шайбами и 51 результативной передачей 74 очка. Это замечательно. Прекрасно выступили и Редиш, и Эллисон. И в целом команда выглядит отлично. 38 плюс 38 саморуков подбор наш из фарм-клуба Питтсбурга. Шаров плюс 35. В минусе у нас только Максим Барбашев и Джош Арчибальд. Два человека из четвертой тройки. Ну, не страшно это тоже для нас. Что у нас с голкиперами? Дастин Токарский. Отыграл 32 матча, 19 выиграл, 11 проиграл Вулф тоже очень неплохо выглядел Пропускаем достаточно много Но тем не менее Нам это не помешало У на Вулфа рейтинг 80 уже То есть он спрогрессировал Мы прогресс посмотрим Уже по, по окончании сезона Наверное Ну и в НХЛ Подведем итог НХЛовскому сезону Обе наши команды в плей-офф это прекрасно. Кайру завершает сезон с 94 очками в 82 матчах. 24-70. Эберли 90 очков. 34-56. Мы нашли нашу первую тройку нападения. Лайне заканчивает год с 51 заброшенной шайбой. 85 очков. Теравайнен э, меняется плюс-минус, но 51 пас. Жерард прекрасный год. Отличный год у Фила Кесла. 50 очков, 26 плюс 24. Дюбуа, Фабри, Харли. Дальше, дальше по списку. 34 гола Эберли набил. И Фил Кесл прям молодец. Он очень сильно нам помог. Плюс-минус лучший у Эрика Чернока. Не зря мы имеем 8-летний контракт с ним. Дюбуа худший, но минус 6 это тоже не так плохо на самом деле. Лучший по... Штрафным минутом Николя де Лаурье, 109 и Миддлтон 104. Два наших силовых игрока. Чувака, которые могут подраться. Броски 336 у Лайна. И вот смотрите: Эберли, Дюбуай, Кесл. Жерард очень сильно от него отстают. Голов в большинстве 20 у Лайна. Очков в большинстве 27 у Кайру, Тераванина, Лайна и Эберли. У нас хорошее большинство. Отличное просто большинство. Ну и количество драк. 17 Дулрия, Миддлтон и по одному у Фогла и, и, у Трэвиса Харли. У Томаса Харли. Что у нас с голкиперами? Джеймис Уэйман, 64 матча, 35-25-4. И два в, по булитам, два шатаута. Почему побулит? Два шатаута. Две сухие игры. 91,3% сейвов, 2,70% пропускаемость. Не очень здорово. 2,60% у Найта 9.19. 91.9. Приблизительно одинаково играют наши вратари. Но с учитывая, учитывая нашу тактику, в принципе, довольно неплохо наша команда выглядела. И забыл я посмотреть, где у нас игроки по лиге расположились. Entire League. Кто у нас в лиге стал лучшим бомбардиром? Лучшим бомбардиром стал Конор Макдэвид. 112 очков. Сузуки 108. Дальше Пастернак, Драйзайтель, Миллер. И, ну, на самом деле у нас э, Кайру в десятке должен быть. В десятке 94 очка вместе с Кучером и Овечкиным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10-11, ну, делит, по сути, 9 место с Овечкиным и Кучер. По заброшенным шайбам, кому достанется приз Мориса Ришарда? В очередной раз достается Александру Овечкину, который забил 60. Патрик Лайна третий. 51 шайбой. Лучший по ассистам Ник Сузуки. 79. Кайру четвертый. По плюс-минусу, кто у нас самый Надежный это Лангдескок и Рантони. Нам очень сложно будет играть, если мы попадем в финале Кубка Стэнли вдруг на Колорадо эвиландж Наш игрок Чернок тоже в десятке. Штрафные минуты лидер здесь Кори Перри, 185. По заброшенным шайбам в большинстве 38 Макдэвида. Да, а что касается новичков. Кто лучший новичок? Кто лучший новичок лиги? Так, как мне их выбрать? Скейтеры. Так, руки скейтерс. Лучший новичок Конор Бедард, естественно, с очень большим отрывом. 33 плюс 47. Павел Минсюков тоже очень здорово сыграл за Анахайм. У него всего одна заброшенная шайба, но 58 результативных передач. Так что да, при лучшему новичку достанется Бедарду. Молодец, Бедард. Вратари. Лучший вратарь по победам Тэтчер Демко из Ванкувера. В то же время лучший процент вратарский сейвов. У кого? У, у Энтони Столларса? Наверное, у Конора Инграма лучший процент. Он 64 матча отыграл. Поэтому, наверное, его будут рассматривать в качестве лучшего голкипера. Кому дадут визину? Ну, либо Инграму, либо Течеру Демка. Наверное, так. Окей понятно все, друзья. Нас ждет плей-офф. Нас ждет плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс. Нас ждет замечательное просто время. Замечательное время, в котором мы будем наблюдать за плей-офф в первом же сезоне. Поэтому следующий стрим мы потратим на живую симуляцию по серии плей-офф. С кем мы будем играть, мы теперь уже знаем. Нью-Йорк обогнал нас не очень сильно, но все-таки преимущество собственного поля будет именно у них. А мячам придется посражаться немножечко на Мэдисон Сквер где, конечно, болельщики местные абсолютно беспощадные к своим противникам. Да, и, в общем-то, самим к себе тоже. Это Нью-Йорк все-таки большой и злобный город. Вот, но мы плей посмотрим в следующий раз, уважаемые дамы и господа, леди джентльмены, бот и джентльмены, боты и боти, товарищи, друзья, поклонники хоккея, поклонники омских пиратов. Я искренне благодарю вас за то, что вы присутствовали сегодня на этом прямом эфире на Твиче, на платформах ВК, ВК Плей Лайф, а также в записи на Ютубе. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам удачного времени провождения, остатка утра, ночи, вечера, где бы вы ни были нашей прекрасной голубой планете. Любите хоккей, любите омских пиратов, поддерживайте их. Мы увидимся уже очень скоро с чем-нибудь еще. А пока, до свидания, до новых встреч. Чао, какао. Верьте в омских пиратов.